И всем привет! С вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике я опять играю в Warface, да? Так, мы начинаем, в общем, здесь игра начала работать уже, и уже можно начинать играть. Играть мы сегодня опять будем, ну, как всегда, потому что у меня 10 этих жетонов, мы будем играть опять в ледокол. Будем играть на самой простой сложности, давайте возьму штурмовик, ладно, это штурмовик, как бы, ладно. Нормально. Так. Ледокол. Так. Берем. Так, вот он наш. Наше оружие. Вчерашнее, которым мы пользовались вчера. Убивали всех. Да, очень хорошо. Так хорошо убивает. Ладно. Тихо, блин. Опа. Еще. Я надеюсь, за 10 раз я пройду. Ну, хотя 5 раз. Хотя бы 5 раз мы пройдем это. Но я думаю, пройдем. Хотя я не знаю. Так. Начинаем. Так. Я думаю, картинка очень даже круто снимает, потому что если нет, то я, конечно, обижусь. Потому что я сейчас снимаю в режиме 4К, и я думаю, это нормально. Все, то есть хорошо стреляется. Например, так вот. Если буду стрелять. Ах ты, блин, не убил. Ну ладно, одного убил, ладно. Так. Надо на уровне головы всегда стрелять. Тогда будет все нормально. Пропусти меня, мне нужно туда. Ладно. Так. Ладно, не успели, не успели. Так. Не успел я. Похрен, так. Вот. Значит, смотрите, что у нас есть. Один медик. Охренеть, с кем я буду играть? С кем я буду играть? Да, и почему-то мне показалось... Да, мне почему-то показалось... То, что мы с этой командой, которые... Ну да. Они не очень крутые. Их крутыми вообще нельзя называть. Их только, я не знаю даже, как назвать-то. Так, я ромб. Они вообще даже не ромбы. Одни вообще полоски. Да ладно, серьезно, с кем я буду сейчас играть? Это вообще, это что такое? И опять, как всегда, буду я один, наверное, в команде. Вообще тащить. Потому что мне почему-то так кажется, что все проиграют, один я останусь. Ну вот, вот так вот я почему-то решил. Да. Придется одному мне тащить. Это будет, конечно, сложно. Так, медик у нас... Ну, предпоследний. Возможно, он умеет все-таки ресать, умеет все делать. Потому что я один, наверное, не справлюсь. Хоть я умею давать патроны, и я не один могу это делать. Да, 2 человека еще у нас есть. Штурмовика. Всего их 3. Ну, конечно, один еще мог бы взять еще одного меда, но... Видимо, хотят быть штурмовиками. Я думаю, им хватит. Надеюсь, у них есть знаки. У меня 4 знака есть, но я их, наверное, тратить на них не буду, потому что это будет тупо и неинтересно. Так, легко, да? Ледокол. Так, нашу главную базу атакуют крупные силы Blackwood. Дайте врагу отпор и не позвольте Оберону устроить новую мировую войну. Да ладно. Так, ожидание остальных игроков. Да. Как всегда. Да. Конечно, офигенное они маленькое описание пишут к карте. Это просто... Там, чтобы это все нормальное описание сделать, надо каждую прям... Каждую контрольную точку описать, как вообще до нее дойти, как ее там... Кто там, какие враги будут, какой сложности враги. А то приходится все это смотреть только на сайтах, а на сайтах неинтересно. Вот, например, если там... Ну, ты не хочешь найти на этих сайтах, то... Здесь же вы никак не знаете. Ситуация критическая. Blackwood начали против нас настоящую войну. И пока мы проигрываем. Так, ты кто? А, снайпер, ты куда побежал? Враг атакует по всем фронтам. Это так, не забываем про мины. По нам наносят удары при поддержке с моря и воздуха. Вы должны срочно вмешаться. Тихо. Силы противника приближаются к нашей базе. Тихо. Атакуйте их с флангов и реактивные. Ах ты, блин. Так. Где он? Я ж... А, вот. Да неужели?
Так, ну ладно. Опа! Как так? Помните, идеально это вообще. Необходимо вручную навести на цель, иначе они уйдут мимо. Так. Ну, есть. Хоть это не я сделал, но ладно. Ладно, давайте удачи там. Так. Так, у меня будет... А, нет, ничего нет. Наводите ракеты с помощью прицелов, если хотите попасть. А, у него тоже, смотрите. Ракетный крейсер готовится к атаке. В укрытие. Так. Побежали. Дальше. Забудьте о крейсере, у нас новая проблема. Блэквуд захватили ракетные шахты. Дальше бежим. Ракеты готовятся к запуску. Проберитесь через лес и войдите в шахты. Тихо здесь, осторожно. Тихо. Ракеты запущены. Блэквуд блокирует все дороги, так что будет жарко. Где еще один? Так. Ладно, побежали дальше. Тихо. Есть! Тихо. Сливаем капли. То все проиграем. Тихо, осторожно. Я прикрытие ваше. Тихо, осторожно. Я вот уверен, что кто-то все-таки на мине попадется. Тихо, осторожно. Сейчас подорвется кто-то из них. Это точно. Так, тихо, осторожно, тихо. Граната! Идеально. Все тихо. Так, тише. Нет! Так. Тихо, блин! Вы это видели? Я видел, как он взорвался. О, еще один. Да ладно. Твою мать. Так. Тише. Блин. Вы откуда здесь вообще? Нас теперь трое. Идеально. А, эти свалили. Снял стрелка. Продолжаем движение. Так. Тихо, блин. Дай патрон дам. Чел. Так, нас теперь только двое. Тише, идим. Идем, тихо. Тише, идите, блин, а то сольете все. Тихо, блин. Тихо, стой. Стой. Я тащить один не буду, чел. Где-то есть. Тише, блин, тише. Че, еще один? Тихо, осторожно. Есть. Тихо. Дальше пошли. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Надеюсь, я больше не взорвусь. Не хотел. Вообще не хотел. Этот чертов крейсер держит шахты под плотным огнем. Осторожно, чем эти штуки надо, осторожно. Капсулы с турелями уязвимы в полете. Надо приготовиться. Тихо.
боитесь, ребят, все нормально. Все отличненько. Все просто шикарно. Нормально, нормально, все нормальные. Блин. А, ну чел, ну я чел. Сам возьму только патроны, чел. А, тебе еще не надо. Тебе еще можно стрелять. Тебе как бы не... нормально. Так. Да, у тебя, конечно, оружие вообще идеальное. Тихо. Блин. Где медики, блин, все? Ушли. Круто, идеально. Блин, патроны. Дать кому? Где вообще? Так, сейчас будут эти штуки, давай. Лучше сбить эти турели, пока они находятся в воздухе. Черт. Ладно, все норм. Все просто шикарно. Меня, блин, здесь мочат. И шикарно вообще. Тихо, блин, тихо. Все нормально. Все нормально. Все еще будет, подождите. Фух. Тихо. Тихо, 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 тихо. Патроны есть, нормально, да? Тихо, тихо, тихо. Все будет сейчас идеально. Прекрасно, один уже слился, ладно. Так, тихо. Кстати, патроны дать вообще. Тревог убить, повторяю. Тревог убить. Тихо, 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 тихо. Тише, блин. Где ты, блин? Патроны там нужны. Достигнута контрольная точка. Все нормально. Боезапас пополнен. Твою турели, мать. Сбейте их как можно быстрее. Граната! Давай, давай, давай. Кто меня палит? Шикарно, чел. Нет, не шикарно. Ушел нас. Так. Тут меня палец, я не понимаю вообще. Твою мать. Есть. Мать. Сейчас все будет. У меня патронов нет. Чё? Ах ты, блин! Все, я готов. Все, я готов. Мне уже ничего. Я тебе сейчас сюда. На. Нормально, все нормально. Нет, ничего не нормально. Давай, 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 давай. Тащим, как можем. Давайте. Тащим, как можем. Мы же можем тащить, да? Тащим.
возвращайся мне, а? Мешаешься. Вот убивает. Все, тихо, идем, 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 идем. Уничтожьте крейсер реактивными ракетами. Так. Опа. Идем, не пройдем. Уничтожьте крейсер реактивными ракетами. Боже. Возьми еще, возьми. Точно чё? Цель. Выбирайтесь оттуда. Я возьму еще. Враг убит, можно идти. Мальчишься. Тихо, блин. Тихо, ты где? Куда? Активируй. Тихо, блин, не мешай. Стрелок убит. Тихо, дай я тебе дам патроны. А, тебе еще надо. Значит, цель Blackwood. Боже, это 10-миллионный город. Они обвинят во всем нас и устроят глобальный мировой кризис. Мы должны взять под контроль эту ракетную шахту. Вы знаете, что на кону. Это один из взломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Вырубите его. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Он отвечает за протоколы запуска ракет. Вот я думаю, они не очень осторожны будут. Стрелок нейтрализован. Тихо, откуда они стреляют? Что там, как дела идут? Стрелок убит. Ай-яй-яй-яй. Не смотри на меня так. Снайпер. Назад, 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 все. Назад. Назад. Кидаю гранату! Стрелок не пролезает.
Блэквуд обратили наши охранные системы против нас. Придется уничтожать твои же турели. А где-то есть... Какую ты жопу полезла? Я уже не успеваю. Но кое о чем забыли. Правильно. Вентиляционные шахты. Так. Все круто. Тише, 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 тише. Можно идти. Идем. Стрелок мертв. Идем дальше. Тише. Так, тише. Тише, тише, давайте. Нет! Нет! Спускайтесь. Спускайтесь. Стрелок нейтрализован. Вместе. Ай-яй. Твою мать. А, чел, тебе патроны. А, у меня больше нет. Извини. Стрелок не доведут. Стрелок убит, повторяю. Стрелок убит. Тихо, тихо. Один остался в команде опять.
вообще сложно. Ай-яй-яй-яй-яй! А где? Так. Тихо, блин. Тихо-тихо-тихо-тихо. Стрелок нейтрализован. Так. Ах ты, блин. Да, я их убью, блин. А, блин. Блин. Тихо, блин. Стрелок убит, повторяем. Стрелок убит. Давай же, давай же. Я тебя сломаю. Есть. Плюс один. Стрелок готов. Тихо, блин. Тихо. Продолжаем движение. Где-то есть. Надо слить, короче. Я сливальщик. Я не хочу сливать, потому что это как бы будет тупо очень. По идее, это будет очень. Если я на этой части буду сыграть. Вперед! Очень обидно будет очень. Тише. Что-то дофига врагов. Что-то очень вообще дофига. Нет, нифига.
плен достали. Ладно. Так, тише. И что-то слишком дофига. Ну очень что-то дофига. Да, я никогда один не играл. Ходить это очень сложно, ребят, на самом деле. Это просто такой охрененный, блин, вообще. Так, тихо. Так. Главное потише идти. Я думаю, все отлично. Так. Тихо, тихо, я сказал, слышу. Очень вовремя. Теперь ракеты снова под нашим контролем. Ожидайте дальнейших инструкций. Тихо, 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 тихо. Так. Тихо. Давайте поосторожнее. Миллионы людей обязаны вам своими жизнями, но вряд ли они об этом когда-нибудь узнают. Ну, зато Блэквуд теперь не смогут обвинить нас в своем чудовищном преступлении. Атака Блэквуд — это месть за нашу недавнюю операцию «Черная акула». Мы загнали врага в угол, и ему некуда деваться, но от этого он становится только опаснее. Теперь Блэквуд не остановится ни перед чем. Тихо. Тихо, 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 выходим. Здесь, надеюсь, никого нет. Продолжаем движение. Так, тихо. Блин, эй, все. Патроны. Мне нужны патроны. Так, тихо. Релок убит. Повторяем. Релок убит. Как мне сложно тащить, ребят. Честно. Можно идти.
пуск. Нужны патроны. Так. Сюда! У меня нет патронов! Да, патроны. Черт, я остался без патронов. Движение. Тихо, где, где? Тихо. Ну все. Ага. Так, тихо. Экспериментальный вертолет. У нас нет сведений о его вооружении, так что будьте осторожны. Вы должны сбить вертолет, пока он не натворил дел. Вагон 226 на позиции. Яй-яй-яй-яй, как так? Нет. Я так просто не сдамся. Тревог готов. Так. Просто валим сейчас солдеров, короче. И солдат будет. 5-1, блин, да, да что ж такое? Нафиг надо, я не селюсь. Кидаю гранату! Ай-яй-яй-яй! Тихо. Не думаю, что будет вообще. В данный момент это сейчас тоже просто. Держимся, блин! Что-то я перестал держаться уже, все. Обидно, если я сейчас сольюсь вообще. По глупой вообще причине. Уже почти 300 киллов, ребят, это вообще это идеал. Ах ты, блин, кидается еще. Давай, берись! Берись, беги!
Опа, все, нормал. Нормал, нормал. Сейчас будет вообще идеал. Так. Так, 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 так. Блин! Так. Давай. Тише! Ну! Ты, блин! Твою мать! Все, я за... Блин! 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 Как так? Я слил. Охренеть, я слил. Да, я один играл, я слил, ребят. Я слил катку, все. Я просто слился, я тупо слился, все. Это такой позор, ребят, на весь YouTube, блин. Я слился и все, это прям ужас вообще. $222, охренеть. Так слиться, это просто, это... Блин, охренеть. Такое вообще в первый раз. Охренеть. Ну, смотрите, сколько урона я нанес. Сколько это? Охренеть. Даже игра залагала. Охренеть. Это просто, это такой просто, вот, охренеть. Других слов нет. 4%. Я тащил. Я 300 убийств, блин, сделал. Нифига, все. Да уж. Ладно. Короче, пока что это все. В общем, не прошел я. Не смог. Ну ладно. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сачков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, пас. Пишите комментарии под видео, и всем удачи, и всем пока.